Друзья, всем привет! Ну что ж, вы дождались. Я знаю, что вы любите рубрику про Твинка. И это уже последние ролики на нем, потому что скоро я буду эту рубрику завершать, так как, повторить тот успех предыдущего проекта 5500, то есть я имею в виду, у меня не получится, потому что они кардинально отличаются, во-первых, самой идеей. То есть там была реализовать одну фул колоду, не прокачивая другие карты, хотя они похожи, тут я тоже прокачиваю хотя одну колоду, но там совершенно не касаясь других карт, и там была очень топовая дека, то здесь я сделал более фан деку, и поэтому на 4000 скорее всего остановлюсь, но попробую поднять там 4300, 4600, не знаю, но сегодня я прокачаю Хога на 11 уровень, и мы с вами сделаем пару онлайн каток. Скоро, ребята, я этот аккаунт разыграю. Если вы хотите получить этот аккаунт совершенно бесплатно, вам нужно выполнить всего лишь пару там простых условий. Это будет подписка на мой канал и подписка на мой ВК. Ссылка на мой ВК есть в описании. Подробные инструкции и условия о конкурсе будет, естественно, в отдельном видео. Поэтому можете заранее принять участие, подписаться на канал, чтобы потом не париться, да? И на ВК тоже подписывайтесь. Кстати, там еще, ребята, у меня на стенке в ВК есть голосование, какие вы любите стримы больше. Пожалуйста, проголосуйте, это для статистики, я хочу просто понять. Проголосуйте и там полайкайте какие-то посты у меня на стенке. И еще такой момент, если вы хотите бесплатные промокоды на сайте BetsCSGO.net, это сайт, где вы можете ввести промокод, получить деньги, поставить ставку, выиграть и вывести деньги, да? Я уже нескольким подписчикам выдал бесплатные промокоды не на стриме. То есть что вам нужно сделать? Вам нужно просто создать фейк-страницу на меня, то вам тоже надо Ваня Холдик, мою аватарку, там каких-то друзей надо добавлять. В общем, идеальному фейку выдам промокод, возможно, нескольким даже фейкам выдам промокоды на сайте BetsCSGO.net. Это кому, у кого есть свободное время и кто хочет попробовать. Можете создавать на меня фейки и добавляйте меня в друзья, чтобы я мог выбрать. Отчет, что фейк какой-то получил промокод, вы увидите на страничке моего админа Богдан Бандура. Он у меня есть на стенке. Все, прокачиваем Хог. Извините, что 2 минуты болтал, но я должен это был все сказать. 100 тысяч золота. 11 Хог на 9 уровне. Ух, все, просто максимальный кабан, всадник на кабане. Я этот момент уже давно, такие чувства давно не испытывал, потому что Хога на своем основном аккаунте я прокачивал хер знает когда. Просто вы посмотрите на эту телегу. Максимальный Хог и шестой палач. Четвертые стражи, четвертые пацаны, десятые комонки. Охренеть просто. И 11 Хог. Пеку мы прокачаем в следующем выпуске, как только ролик соберет 5000 лайков. Ну что, поехали, попробуем сыграть пару каток. Блин, класс. Напоминаю, аккаунт может достаться именно тебе. Поэтому подписывайся заранее. Бесплатно, совершенно бесплатно я его разыграю. Ну что, давайте выбросим по... О, гигант, как это прекрасно. А у меня пека. У него гигант, а у меня пека. Вот единственное, что лишь бы, вот молю, лишь бы не три мушкетера. Вот это единственное. А так, я думаю, неважно. Хоть принцы, хоть... Да, инферно тоже неприятно на самом деле. Ну давайте, зап... Оу, май гад. Я надеюсь, палач убьет. Ебой. Так. Хорошо. Блин, а вы смотрите, ведьма уничтожила пеку. Так, а что, продолжим атаку? Смотрите, оп. Продолжаем атаку. Блин, вышка сагрилась на палача. Печально. Так, отлично, 11 хок. Ох, как мне это нравится, 11 хок. Так, давайте выбросим элитных варваров. Не знаю, чем он будет дефаться. А он тоже из этих, да, из этих самых. Так, давайте сейчас попробуем с помощью торнадо. Так. Шикарно. Блин, а как так получилось, что он мне больше урона нанес? Да, элитки тоже не... Чё, блин? Ты чё, скотина, через зеркало играешь элитками? Ух ты ж, блин. Какой ненасытный, блин. Мало ему одних элитных варваров, так он вдвойне, короче, свою ориентацию проявляет. Ладно, поехали. Зап. Блин, жалко, что вышка бьет пеку. Дровосек, элитки, ну ты даешь, парень. Так, как бы дровосека, блин, задефать? Давайте попробуем стражами. Да, отлично, получилось. Ну что, я ему уже больше урона нанес. И думаю, надеюсь, что выиграю. Ну, у меня вроде как бы контр ему.
Так, единственное, чтобы вот это он с элитками сейчас там справа на меня не прыгнул. А то я знаю этих, они любят с подтыжка. Так, главное, чтобы... Да, сука, меня бесит то, что у него зеркало. Два фаербола, блин, в харю мне. Поехали. Зап. Так, минус дровосек. Минус дровосек. И пошли элитные варвары. Пу, понеслась. Так, он еще ведьму слил. Элитные варвары там, смотрите, что делают. Просто выносят вышку его. Так, тут палач. Так, остается 7 секунд. Давай, давай, да все. Победа. Круто, блин, 11-й хок. Да, просто порвал я его. Так, хорошо. Блин, с 11-м хоком на 4000 это прискорбно. Я знаю, друзья, не пишите это в комментариях. Я знаю. Знаю, но у меня, вы посмотрите на другие карты. То, что 11-й хок, это как бы хороший плюс. Но от этого моя ситуация как бы не становится сверх имбовой. Потому что дека... В некоторых боках она слабая, в некоторых она там сильная. Ну, в целом, прокачка, да. Ну, противники тоже с 10-ми рарками, поэтому... Да вообще мне все равно, что вы там напишите, мол, с 11-м хогом я бы сидел там на 5000. Вот, выиграешь этот аккаунт, сиди хоть на 6000 этим аккаунтом. Я против не буду. Так. Опять дровосек. Блин, да что ж так, так много наносишь, дровосек? Че, выбросим пеку? Ставим пеку. Фаербол. Ой, маг, это плохо. Пожалуйста, пека, отойди только от палача. Да ну как так, блин? Так, минус этот, принц. Капец, круто. Смотрите, сколько хок нанес урона. То же самое, что и мне дровосек. Так. Сейчас сама... Вот, блин, дровосек, если сейчас пойдет, как мне дефать? О, это просто жесть, тяжело как. Так. Оп, хорош, хорош, мы мага уничтожили. Он запнул, готовим тоже зап, мне кажется, армия скелетов будет. Давай, давай, давай. Нет, минус башня. Блин, класс. Я не знаю, из-за хога 11-го у меня сейчас тут получается выигрывать, или... Не знаю, или я стал тут правильно играть. Просто до этого я вообще сливал. Либо противники мне стали подбираться попроще, а то как какие-то жесткие были до этого. Так, урон нам нельзя пропускать от духов, поэтому ставим полоча. Зап. Так, все. Ого. Ить. Теряю я башню, короче, ладно. Но все равно я не отдам ему просто так духами вышку. Пускай еще попотеет. Так. Пошел пека. Да печка, сдохни уже, а. Давай, сдыхай. Отлично. Тоже элиток выбрасываем. А, блин, там духи, короче. О, видели как? Профессионально сыграл. Так, так. Давайте этого пеку засейвим. Два пеки на карте. Что он сделает мне? Просто два пеки, смотрите, что делают. Я просто кайфую. Я не знаю, я просто прокачал хога, больше ничего. И мне так прикольно стало играть. Короче, друзья, прям не терпится прокачать пеку. Поставьте много лайков, я прокачаю пеку, попробую поднять максимум. И также, ребят, я забыл самое важное, гемы. Вы заметили? У меня 40 тысяч гемов. Я задонатил, кстати, задонатил с помощью сервиса ClashKings. Вы можете на этом сервисе тоже купить гемы, ссылочку оставлю в описании. Просьба, кто уже купил гемы или кто будет покупать, после того, как приобретете гемы, пожалуйста, там есть ссылка на группу, оставьте свой отзыв, что вы купили гемы, все прошло успешно, потому что, ну, многие зрители, например, не доверяют каким-то сервисам, не верят, что можно гемы купить дешевле. Кто уже покупал гемы, оставляйте обязательно свои отзывы. Ну и пользуйтесь, там на 50% дешевле, чем в игре гемы приобретать. Вот, это очень важно. Так вот, к чему я? 40 тысяч гемов, я скоро буду открывать сундук, ну, жду в фортуне палача.
меча, жду элиток. Как только они выпадут, я сразу открываю и прокачиваю их на максимум. Выбиваю на максимум и прокачиваю. После этого я разыгрываю этот аккаунт среди вас. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ждите новые выпуски, потому что это последние выпуски на этом аккаунте. В начале сезона будет новый проект. Обязательно подписывайтесь, еще много чего будет интересного. Огромное спасибо, что смотрите. Благодаря вам получается мне развивать такие аккаунты, и я буду их разыгрывать среди вас. Надеюсь, вам нравится проект, нравятся мои видосы. Спасибо всем огромное, от души желаю удачи и до новых встреч. Всем, друзья, пока!